что вы говорите? Нет, русский алфавит, вы же знаете, они очень сложно. Боже мой, какие хорошие новости. В корейском языке нет спражений. Всем привет, меня зовут Чарыш, я кореянка, учу русский язык уже как 5 лет в Корее. Сегодня я пришла сюда, чтобы порекомендовать вам начать изучать корейский язык по нескольким причинам. Сегодня я хотела бы ответить на частый вопрос, сложно ли выучить корейский язык. Я расскажу вам о трех причинах, почему учить корейский язык очень легко. Давайте начнем. Поехали! Во-первых, запомнить корейский алфавит очень легко. Говорят, что корейский алфавит, называемый хангыль, научная письменность. Это правда. Вы думаете, что корейский, японский, китайский все одинаковые? Нет, что вы говорите? Нет, все разные языки. И мне кажется, корейский язык самый легкий и простой. Простой из них. Выучить его прямо очень-очень-очень легко. Почему вы не начинаете его изучать? У нас в корейском языке тоже есть гласные и согласные буквы, как в русском языке. Если вы изучаете только 5 букв, киок, дюн, бим, сиот, ин, вы можете выучить с меньшим усилием другие гласные, добавляя палочки к ним. Смотрите. Киок, дюн, бим, сиот, ин. Если мы добавляем палочки в киок, она становится киок. И если два киок, сангьок. Если палочку в дин, то она станет тигет. Тигет. Если два тигет, сангтигет. Если в бим, пиу. Пьюп, сан, пьюп. Если вы сиот, то тьют. Тьют. Если два сиот, сан сиот. Если вы ин, хьют. Все, это все корейские гласные буквы. Очень легко. Очень легко. Сравните его с русским алфавитом. Русский алфавит Вы же знаете, они очень сложно. Ну вот, вы уже запомнили все корейские гласные. Согласные буквы тоже очень-очень простые. Если вам интересно, посмотрите видео об алфавите. В ютубе таких видео очень много. А вы знаете, что корейский алфавит создал 600 лет назад? Я учила, что русский алфавит Кирилл создал ученики Кирилля и Мефодия. Во-вторых, почему выучить корейский просто? Потому что у нас нет рода. Род нет. В русском языке есть род. Например, книга – девочка, YouTube – мальчик. И вы говорите по-другому по полу. Например, я видела BTS. Но мальчики говорят, я видел BTS. Еще вы внимательно обращаетесь к чужим людям, в зависимости от пола собеседника. Это невежливо, когда я обращаюсь с мальчику, ты покушала? Но в Корее вам не нужно переживать из-за такого, потому что корейцам не важен пол. Мы спрашиваем одинаково. BTS спасаю? Ты видел BTS? Ты видела BTS? Помогался? Ты покушал? Ты покушала? Помогался? Все. У вас в два раза больше слов, чем в корейском языке, потому что вы делите слова по полу. Кошка, кот, козел, козл, козла, козлица, лис, лиса, тигр, тигрица, скот, собака. Тоже у нас нет таких слов, как кореец, кореянка, итальянец, итальянка. Нет, очень простой язык у нас. В-третьих, в корейском языке нет спражений. Ура! У нас нет спражений. Боже мой, какие хорошие новости. В корейском языке нет спражений. Ведь вы говорите очень сложно. Я еду, ты едешь, она едет, они едут. Но корейцы говорят одинаково. Какой сайо? Еду. Какой сайо? Едут.
я спражнение в русском языке уже сняла видео раньше, поэтому будет очень интересно, если вы интересуетесь. Посмотрите, ссылка здесь. Иностранцам очень сложно понять термин спражнение, но вместо спражнения в корейском языке есть ужасные виды стиля речи. У нас очень много стилей речи, и это дается иностранцам очень сложно. Наверное, в следующий раз я сниму видео, почему выучить русский язык легче, чем выучить корейский язык. И тогда я расскажу вам подробнее, почему выучить корейский сложнее, чем выучить русский, по нескольким причинам. Будет интересно, да? А в четвертых это последний пункт. С только одним выражением вы можете разговаривать с хангуками. Повторите вслух. А, не. К тому же, если вы повторяете слово «де» несколько раз, вы будете звучать как настоящий носитель. Алло, вы Тереш? А-де, это Брайан Мапс. А-де-де. Я недавно посмотрел ваш ролик. А-де. Вы кореянка? Да? А-де. А вы случайно были в России? А-де. Де-де-де. Вы еще раз приедете в Россию? Де-де-де-де-де-де. Вот корейский язык легкий. Просто повторите «не-не», а «де-де-де-де». А что вы думаете, вы не хотите выучить этот язык? А если вы хотите выучить язык, начните, потому что я учу вас корейскому языку на моем втором канале. Вот сегодня я рассказала вам о трех причинах, почему выучить корейский язык легче, чем выучить русский язык. Зайдите на мой канал и выучите корейский язык. У меня на канале есть видеоуроки, как довести самых нужных корейских выражений, обращения на корейском языке, и учим корейский алфавит вместе со мной. Сложно ли выучить корейский язык? Нет, совсем нет. А напишите в комментариях, вы хотите ли выучить корейский? Еще, как вы думаете, какой язык сложнее, корейский, русский? Очень интересно, как вы думаете о корейском языке. Еще зайдите в мой инстаграм, где я часто пишу полезные посты об обучении корейскому языку.